Всем привет и всем добро пожаловать на наш с моей мамой канал. Канал! Вышли мы на прогулку, на дневную прогулку. И на самом деле я сегодня как это зомби на автопилоте. Что здесь опасно, ток. Это написано, доча. И везде микробы, да. Это еще написано, да. Пошли. На самом деле, я сегодня как зомби на автопилоте. Сегодня была ужасная ночь. Да, вообще последние полтора месяца у меня одно и то же, но последние три дня вот эти вот очень прям плохие ночи. Данилка вообще у нас не спит. Я не знаю, о чем. Мы записались на следующую неделю к остеопату. У меня в каком-то видео в комментариях советовали к остеопату обратиться. Я вообще до этого сама слышала, что вот если у ребенка где-то защемлено или что-то, остеопат посмотрит и может вот тут убрать эти, по-немецки это называется Schlafstörung, это то есть то, что мешает спать, в общем. Вот, надеюсь, он нам поможет, потому что все советы, которые нам доктор посоветовал, мы все опробовали, ничего нам не помогает. Данил вообще не хочет ночью спать. Точнее, на руках он спит, но только его кладешь на кровать, он начинает плакать, начинает вошкаться, начинает... Ну, в общем, у кого были дети, те меня поймут, у кого было так. Но это не дело, это я вообще... За эти три дня, наверное, все, если вместе взять, наверное, 10 часов наберется, как сколько я поспала. Если даже 10 наберется. Поэтому я прям сегодня как зомби на автопилоте, но прогулка нужна. Жертвой ситуации, конечно же, остается у нас всегда Софийка. Потому что из-за того, что всю энергию забирает маленький ребенок, даже и не дает собрать энергию за ночь, то есть ты ночью не спишь, а трясешь. Не хватает уже энергии полноценной на первого ребенка, который требует это внимание. Особенно наша девочка любит, чтобы с ней и играли, и общались, ой, и занимались. Да? Да. Да. Она уже ругается, знаете, если Данил там начинает плакать или что-то. Закрой уже рот, на него говорит, представляете? Прекрати уже плакать, на него говорит. Потому что она знает, что когда он плачет, мы к нему, соответственно, да, и опять от нее отходим. Вот она психует. Всем привет, доброго дня. Гузель опять в огороде. Ну, такое время, весна. Упустишь это время, когда участок есть, надо как бы все свое время. И то вот уже время отстаем, как говорится. В это время уже у меня все посажено было. А в этом году погода не дает. И сегодня также холодно. И ветер, то дождь. А вот все равно решила сегодня вот занимаюсь помидорами. Конечно, под укрытие. Вот сегодня уже две грядки посадила. А почему, скажете, вот такой холод, и ты решил? Потому что уже мне не, уже выхода нету. Смотрите, у меня дома рассад погибать начал. Такие хорошие стволы были, прямо вот толще, даже видно по ним. А сейчас они тонщащими стали, прям погибать начинают. Мне край надо посадить. Вот сегодня уже две грядки посадила. Конечно же, сразу же укрыла. И сейчас третьей грядкой займусь. Конечно же, сначала... Все скопать надо, грядку сделать. Надо золой все посыпать. Ну, короче, как я делаю? Золой посыпаю. Потом удобрение надо внести. Чернеозем. Вот это все время. И как уже я говорила, как бы возраст свое берет. Не могу быстренько. Я как Ванька Станька. А ну-ка, Станька. Пошлите со мной третью грядку сделать. Зашли, как всегда, в Росман,
Все заканчивается разом. Весь багажник у коляски полон покупками. Софика вон перекусывает и ест свой круассан. Ну-ка покажи круассанчик. Вкусный? Сегодня в Росмане приобрела вот такие вот средства от пятен. Посмотрите, меня очень заинтересовало название. И вообще я помню какой-то блогер, вот честно не помню кто, хвалил эти вещи. Они называются Flecken Teufel. Flecken — это пятно, а Teufel переводится как дьявол, черт. То есть дьявол, черт от пятен от доктор Бекман. Вообще мне эта фирма очень нравится. Отбеливатели, все нравится. Это вот немецкая марка. И вот эти средства я тоже решила попробовать. Увидела, думаю, дай-ка возьму. Евро 95 вроде стоили они. Правда, это маленькие, посмотрите, всего лишь 50 грамм. 50 миллилитров. Что самое интересное, средство от кофе, от напитков и овощей – это порошок. А вот от моторного масла, от жира – это жидкость. Вот интересно. То есть средство одно и то же, ну как бы подразумевается, да, но вот само средство другое, консистенция другая. И вот я слышала, что очень хорошее средство, вот я вот решила попробовать. Моторное масло, у меня есть одно платье, где испачкано, я хочу сразу попробовать. А тут овощи, ясное дело, детские. Сейчас у нас прикорм, ну и вообще София пачкается фруктами, вот так вот. Напишите, пожалуйста, в комментариях, пользовались ли вы такими средствами, что думаете о них. Но я говорю, вот какой-то блогер прям очень хвалил, говорит, что пятно прям на глазах ушло, но у нее было жидкое, наверное, вот это. Там несколько, кстати, вариантов от разных всяких пятен, и от жира, от того, от всего, штук 5 точно стояло. Вот так вот. Ну, мне вот действительно очень название понравилось. Flecken Teufel. Черт или дьявол от пятен. Посадила помидоры. Теперь поливаю теплой водой. Из-под крана теплую отсоединила шланг в кран. И вот теплой водой поливаю. На сегодня работу я выполнила. Все посадила помидоры, чтобы теперь хороший урожай, хороший год был, чтобы урожайный. Вот. Стоят солдатиком, но, конечно, некоторые вон головку к земле, надеюсь, встанут. Вот уже укрыла все. И эта сторона укрыта, и эта укрыта. Гузель молодец сегодня. Вот солнышко садится уже, все. Сегодня на ужин у нас будут галушки. Тесто я уже приготовила, сейчас отдыхает. На чистых яйцах делаю тесто всегда. Варится уже здесь картошка, порезанная кубиками. Так, это Данилкина у нас. И сейчас буду жарить лучок на маслечке. Кто не знает, как готовятся галушки, да, варите картошку кубиками. Потом туда кидаете кусочки теста. Ну, так вот отрываете, варите вместе. Сливаете воду, когда сварилось и тесто, и картошка. И потом заправляете чисто лучком пожаренным. Очень-очень вкусно. Отвлеклась я на Данила. Посмотрите, какая картина меня тут ждала. Она уже на кухне стоит. Деловая колбаса с тестом моим. Я уже начала отрывать картофелю, а это стоит. Это, кстати, мои букеты, которые мне набирает Софийка обычно на прогулках. Это сегодня мы набрали, когда в Росман шли. Что? Упала. Упала. Хорошо у тебя получается? Угу. А что, на камеру не смотришь? Дай. Привет, помахай всем. Привет, всем доброго дня. Сегодня у меня в гостях подружка Иришка приехала. Привет. Я ей когда-то обещала, она говорит, я бы маме на могилу посадила какие-нибудь многолетки цветы. Я ей когда-то говорила, наверное, та же в той осенью, да, Витир? Да, в прошлом году, по-моему. Да, я говорю, я тебе дам пионы. Увидела, как у тебя пионы. Она говорит, всегда будет, как многолетки. Ну да, они шапкой так красиво цветут. И вот я сейчас буду выкапывать. У меня... Как бы бедная сирота, она отдельно от пион. Там это, у меня сразу. Это для меня подряд. Специально, наверное, да. Ты под, вот. Подсадила. Оставила. Это какого цвета, Гузель? Розовый, это розовый. О, красивый. Хорошо. Корнищи, да, уже какие? Они быстро разрастают. Разрастает. Вот это только главное, когда будешь сажать, вот это не углубляй, вот это место. Да.
иначе цвести несколько лет не будет. Вот до сюда только посади и все. Если вот сюда посадишь, все, она долго цвести не будет. Пион. Пион этого не любит, когда ее сильно заглубляют. Он не замерзнет. Так что в пакет сейчас. У нас уже следующий день, и мы сегодня с Афикой приехали в продуктовый магазин закупаться. Сегодня у нас среда, а завтра четверг, все магазины закрыты, так как завтра праздник. Все, в общем-то, завтра закрыто. Вот решили почти в обед приехать закупиться, потому что ближе к вечеру здесь будет апокалипсис. Люди перед праздниками закупаются по сумасшедшей. Софика вон в машине сидит, в машинке катается, я ее сижу, стою, жду. Сегодня, кстати, я выспалась, вчера я сразу легла спать рано. Только детей уложила, пошла сразу спать. И сегодня Данил спал получше. И я наконец-то выспалась, и совсем другое настроение, совсем другое самочувствие. Вообще классно, конечно. Мы сейчас внутри продуктового магазина. Ну, я, в общем-то, не буду показывать, что мы закупаемся. Мы, как обычно, всем обычным фрукты, овощи, молоко. Ну, в общем, все понятно, да? Единственное, что почему я подключилась, хочу сказать, я впервые, наверное, в жизни так дорого покупаю подсолнечное масло. Посмотрите, литровое подсолнечное масло стоит 4 евро. Раньше, конечно же, намного было дешевле. Фу, закупились мы наконец-то. Закупаться я не люблю продуктами вообще. Я не люблю это дело, как бы вы знали. А еще я не люблю приехать домой и все это разбирать. Вот это я вообще ненавижу. А закупаемся мы всегда много, на неделю, полторы вперед. Вот, рядом сидит у меня тут Софика, ест чипсы. Покажи чипсы свои. Выпросила вот такие вот чипсики, мишки. И сейчас вот мы поедем домой, так устала. Все-таки бессонные ночи до этого дают о себе знать. Вроде я более свежая сегодня, так как выспалась, но я так устала. У меня к концу уже кассам было такое, что я как будто в обморок упаду. У меня уже сил не было, представляете? С подругой разжигаем мангал. Она привезла с собой, что-то там привезла. Бедрышки куриные. Вот. И вот углем. Сейчас уголь добавим. И будем как куриные шашлыки. Не как, а шашлыки. Не как, а шашлыки. Шашлыки, да. Ну, у нас не в шампурах будет, а в этих. На решетке. Вот сейчас запекем в фольге на костре с шашлычком. Очень даже вкусненькая картошечка. Да. Вот. Ну, наверное, уголь кидать еще на них хватит, надо. Пока пусть прогорят вот эти доски, надо, чтобы. Нет, сгореть. Имею в виду закрыть картошку. Не, она и так просто сейчас от жара. Там же жарко, сейчас уголь горячий. Пошли в ход шашлыки, картошки вон там у нас прямо. А утром чебуреки были. Праздник живота сегодня. Она как сказала, говорит, я сейчас к тебе подъеду, приеду. Я давай, быстренько, за то, что задумал. Ну, не умывалась, наверное, скорее за чебуреки кинула. Я через 15 минут, наверное, полчаса пришла, уже у нее чебуреки готовятся. Жарится уже. Шашлык готов, картоха готова. Сейчас мы как налупимся. Приглашаем вас тоже. Если успеете, все приходите. У нас сегодня ничего не треснет, интересно. С утра чебуреки, сейчас шашлык, наверное, треснет. Еще как, по швам растрескается. Смотрите, что я сегодня купила. Я купила такую штучку для вытирания пыли. Тут написано, что это... Пыль, ой, магнит прям для пыли. Тоже от какого-то блогера, вот обеи не помню, слышала, что это чудо-юдо вам спасет жизнь. Я вспомнила эти слова, когда она мне встретилась в магазине, думаю, дай-ка я приобрету. Вообще эту фирму Свайфер, я люблю. Я пользуюсь влажными салфетками от этой фирмы для полов. То есть у меня такая швабра, и сразу влажные салфетки продаются в таком контейнере для влажных, для протирания полов. Обожаю это дело, знаете, вот два раза в неделю. Ну, так вот немножко просвежить полы, натягивайте на эту специальную швабру, и все, просвежаете квартиру, да. Они очень вкусно пахнут, во-первых, и
протираете полы, не всегда же хочется доставать тряпку, ведро, воду, а вот так вот влажными салфетками. И они очень влажные, кстати. Сейчас, кстати, покажу вам, кто не знал. Вот это дело у меня хранится на кухне, там, где вот эти все средства по уборке. Вот такие вот у меня есть влажные салфетки. Они тоже для пола, но они не такие влажные. Я их использую просто для протирания пыли. Я не прям по прямому назначению для пола. Вот они из Росман, они такие большие, плотные, хорошие. Ими я вот вытираю пыль. Очень классные. Для пола они суховатые, конечно. Но вот эти Альцвектюхи, да, влажные салфетки, тоже протирание всего. А вот это то, что я имела в виду. Вот они от Свайфер. Эти влажные салфетки для пола вот в таком контейнере. Ну, очень классные, действительно, прям классные. Они очень-очень влажные, они у меня вот открытые. И вкусно очень пахнут. 2-3 мне нужно, чтобы протереть всю квартиру. Ну, не прям отмыть, да, получается, а так просвежить немножко, так пропылесосил. Просто потом после пылесоса прошел этими салфетками. В квартире сразу чистота, ляпота. Распаковала я это дело. Посмотрите, какие они еще и красивые, с выбивкой. Прям как ажурная выбивка тут красивая. Вот такие вот сухие штучки. Натягиваешь, я так поняла, на вот эту держалку и протираешь пыль. Сейчас посмотрю, действительно ли магнит для пыли. Провожаю подружку. Посидели, поговорили, наговорились. Мы никогда не наговорились. Сколько ни болтай. Иду к остановке, провожаю. Говорит, иди, хватит уже. Я говорю, ай да уж, провожу. Дойду. Что, подружка, устала? Нет. Пришли мы на остановку, ждем теперь автобуса. Все-таки я до остановки проводила ее. Как не гнала, так все-таки дошла. Смотри, не восьмерка. Нет. Не так часто, как хотелось бы. Вот. Так что мы сегодня, у нас день живота. Праздник обжорства. Наговорились, поговорили, вспомнили, посидели. И погода, во-первых, сегодня чудесная. Да, это вообще чудесная погода. Да, погода. Вообще, как будто по заказу. Заказали. Проводила подругу, обратно иду. Смотрите, какие красивые каштаны цветут. Разноцветные, прямо любуюсь. Какая красота. Вообще. Смотрите, какая красавица. Красавица. Софийка после магазина с папой в гараж поехала. По делам, да? Приехала и не с пустыми руками. Что она прямо маме привезла? Покажешь? Букет? Сама собирала букет, доча? Да. И тетенька не помогала. И тетенька тебе помогала, да? Там у Игоря был друг, а друг был со своей девушкой. Со своей гражданской женой, можно сказать. Вот они вместе собирали для меня. А как тетеньку зовут, доча, ты знаешь? Ее Фум стоит. Фум? Фум ее стоит, да? Она собачкой своей была? Да. Со Спайки? Да. Как ты играла со Спайки? Кидала косточку. Кидала косточку? Да. А что? А он приносил тебе, да? Нет. А тетенькам привет скажешь? 5. Ну, на камеру смотри. На камеру смотри, они же там. Давай, раздевайся. Руки покажи свои, чистые. Ну, кстати, чистые. Я думала, они грязные у тебя будут. А ботинки грязные, да. По поводу цветов еще хочу сказать. Мы же сегодня с Софикой были в продуктовом магазине. И когда проходили мимо цветов, она говорит, мама, давай, говорит, купим букет для папы. Мне вот она собирает земли сама, а тут она решила папе сама купить букет. Посмотрите-ка. Гвоздички. Сама, кстати, выбрала гвоздички. Я говорю, какие цветочки хочешь? Она говорит, вот эти хочу. Вот она папе принесла букет. А когда домой дошли, она говорит, это, говорит, мой букет. Я говорю, разве ты не папе покупала? Нет, говорит, себе покупала.